Значит, каждая команда нашла свое место в турнирной таблице. И на 8-м месте команда «Новая Каховка». На 7-м месте команда «Голос Шевчанка». Федерации футбола города Новой Каховки Шершинову Никиту Григорьевичу. На награждение присутствует тренер футбольной команды Федорчук. Закончился турниром. В этом году немножко был совместно с представителями команд немножко другой формы набрал. Я думаю, что он стал намного интереснее. Во всяком случае, финальная ее часть показала, что мужской такой футбол, взрослый, техничный. Олег Викторович там уже себе нарисовал много людей. Говорит, но они уже где-то там работают. Но задор и игра всем понравилась. И за третье место хорошая была игра. Это венец был, конечно, всего турнира. Спасибо за ту борьбу, за ту энергию, тот такой футбольный экстремизм, который вы показали. Потому что это футбол. А в футболе, естественно, побеждает сильнее. Поэтому мы поздравляем с завершением этого турнира. Но вы знаете, что в Новой Каховке турниры никогда не заканчиваются. Следом у нас будет 25-26 по погоде. По погоде зимнее первенство уже открытое. Ну и там, как у нас все дальше, по той обычному расписанию на целый год, как у нас с вами есть. Ну а сейчас приступаем к награждению. Третье место у нас команда «Голландец». Компромиссная борьба, он хочет включить, я не знаю, как это кому.
за волю к победе, за горящее сердце одному из самых молодых Доли Валерьевича из В следующем году будет такой же хороший турнир. Всем удачи, спасибо большое.